Straight in our recording. Welcome back to another game of Chernobylite. Okay, balik sama nih game. Graphic looks wonderful. Everything looks great. Tapi saya di taman mau pergi. Tinggal tiga lagi bulat ya. Supposed to go. Basically, PMO stash. Oh, PMO stash is ya. It's inside this house. Supposed to get up there. So many hantu and banyak radiation lah. And then after that, if when you already use the portal generator for them to go back to the refuge. Kalau saya tidak mau, saya tidak usah record sekarang. Okay, I am recording. Kalau saya tidak mau, brother. What's the map button? Ну-ка стоять! Ты на территории Припятской братвы! Что? Где я? Братва! Ну! Припятская братва! Ты чё, новенький? Турист! Как звать? Владимира Марани. Ну, вряд ли. Я сюда в 85-м переехал. Игорем звать. Тогда тут все было по-другому. 1985. Это 3 минус 5. А, короче, это больше 10 лет назад. О, ты понимаешь, что это значит, Игорь? А? Ха-ха! Это значит, что ты один из нас из Припятской братвы. А Припятская братва рулит! Правда?
И сколько вас в этой твоей братве? Ну, еще недавно нас было много. Но сейчас остался один я. Я босс. А ты будешь моей правой ногой, моей правой рукой. Что ж, видимо, спасибо. А что случилось с твоими друзьями? Сейчас, вспомню. Погоди. Так, Саня. Саню арестовали. Ой, Гриша был. Гришу застрелили. Олег с лестницы свалился. Вован. Вован в реке утонул. Ну, а Леху съел крокодил. Что? В Припяти же нет крокодила. Да не настоящий. Хе-хе-хе. Ну, крокодил. Шаришь? Наркотик такой. Крокодил. Ты про дезоморфин? Слышал про него? Вообще-то это чистый яд. Ты к нему своих ребят не подпускай. Каких ребят? Я ж тебе говорю, я один остался. Один. Евгений. Ну и ты, Миш, еще мой заместитель. По этому случаю стоит выпить. Но нар весь мой самогон конфисковала. Но теперь мы вместе. Припятская братва еще вернется, и мы зададим этим наровским ублюдкам. Такого они точно не ожидают. Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть? Не знаю. В каком смысле не знаешь? Ну, я продаю коробки с лутом. Сам я их не открываю. Поэтому не знаю, что внутри. Ерунда какая-то. То есть, в каждой коробке случайное содержимое? Да. Они как коробки конфет. Никогда не знаешь, какая попадется. Какая глубокая мысль. Знаю. Ксюша говорила, я главный философ на районе. Все очень просто. За один паек получаешь одну коробку. Не больше одной в день. Игорь, мы только познакомились, но я будто всю жизнь тебя знаю. Ты мне как брат. Вот, держи одну коробку безвозмездно. То есть, даром. Но никому не говори. Это секрет. Секрет, брат твой. О, найс. Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть? Прости, Игорь. На сегодня? Помоги мне, друг. Я ищу женщину, Татьяну Амалиеву. Татьяну? О, красивое имя. Видимо, красивая женщина. А фото у тебя есть? Нет. Одно было, но... Жаль. Никогда о ней не слышал. Твоя подружка, да? Хе-хе. Ах, любовь. Я тоже когда-то любил. Эх, Ксюша, какая женщина. Говорила, яйца мне отрежет, если я ее обману. И что, отрезала? Ну ты приколист, ха-ха. Ты мне нравишься. Нет, не отрезала. Она меня бросила. Сказала, я для нее слишком умный. Слушай, а что-нибудь интересное тут происходило в последнее время? Ну, на электростанции что-то мутное творится. Наровцы бегают, как в жопу ужаленные. И этот стрёмный урод в черной маске что-то вынюхивает. Короче, для бизнеса все это беда. Меня этот чувак не трогает. Но клиентов, конечно, распугал. Так у тебя есть другие клиенты? Ты меня совсем не слушаешь? Они этого говнюка боятся. Если бы не он, здесь было бы больше народу, чем на Измайловском рынке. Мне пора идти. Братва Фурема, Игорь! О, кул. Ебаги себе фри стафф.
sana atau ada something lah di sana. Based on the map, sini mana something trap soal ini. Tidak tahu tu jalan masuk map. Banyak tu yang sini. There's a lot more stuff. Tiada kah tahu punya. Oh fuck. Habis bateri. Mau di charge kah atau? Ada use my gun here. Oh di penetet habis charge. Something weird was gonna happen. I just knew it. Let's handle some more barang one. Banyak orang gila. Tadi itu kan tidur kah ataupun macam binatang mendengar tidak ada orang wah oke
Бог подозрался. What do we have here? Assassin macam ada banyak enemy lagi macam tadi. Saya bikin takut sesan dalam darah sah. It's gonna be a problem here. It's definitely gonna be a problem. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Игорь! Внемли голосу из пустоты! Внемли голосу из пустоты! Воу. Повтори слова, слетающие из моих мёртвых. Я галлюцинейтинг, да? Повтори слова, слетающие из моих мёртвых губ! Энмарана Домус, Навакрунатус. Энмарана Домус, Навакрунатус. Крудус Круа. What the hell? Крудус Круа. Сайтан, дали, давай. Перестань хвататься за невозможное. Перестань хвататься за невозможное. Забудь о ней. Забудь о ней. Продолжишь копать, найдешь лишь боль. Продолжишь копать, найдешь лишь боль. Найдешь лишь то, что не умерло. То, что может покоиться вечно. То, что может пережить саму любовь. Найдешь лишь то, что не умерло, то, что может покоиться вечно, то, что может пережить любовь. Тебе обязательно раскапывать могилы. What? Ты матыга? Oh, he killed himself. Wih, untuk masih kurang terangnya flashlight ini. Terlalu terang, nggak saya rasa. Takut tuh. Oh my god. Thank you.
Ко мне, это бежит от носок. Спустим его create на гей. Сейфинг. Oh my god. What the hell is this? Oh fuck this. What the fuck? Поход, нам не идем мне. Oh my god. Oh my god. Yeah, I'm ready to get the hell out of here. What's that sound? Siapa lockpick? Kamu telah lockpick kan? Siapa mau selamat yang orang ini bilang dia boleh biarlah dia mati. Saya boleh kasih selamat lagi nih lepas another time. Saya harus mati itu. Я can choke him. Еще час прошел. Осталось три. Ну и жопа.
воняет. Как будто насрал кто-то, честное слово. Terima kasih mati dia. Mau dapat kasih cepat sih kata dia, si tidurnya saja. Oh ya, sebelah sini lagi tuh. Kalah, kalah. You snooze, you lose. Спокойно, я просто ищу запчасти. Что? Говори громче! Я просто ищу запчасти. Да не ори ты! Здесь опасно. Почему опасно? Что за вопрос? Из-за НКВД, конечно. НКВД? Тайная советская полиция? Эти уроды тут шастают, вынюхивают что-то. Раскулачили мою невестку, а у нее всего-то две коровы было! Две сраных коровы, мать твою! НКВД больше нет. О них можно не беспокоиться. Да-да, ежел тот еще говнюк! Никому от его прихвостней покоя нет! Даже героям войны, вроде меня! Боже... Что? Говори громче, парень! У меня ж со слухом плохо! Контузия! Фриц гранату в бункер закинул! У тебя есть что-нибудь на обмен? Может, запчасти какие? А что ты раньше не спросил? Конечно, есть. Могу тебе немного хлама на патроны поменять. Мне нужно быть готовым, если НКВД вдруг вернется. Тебе удалось найти что-нибудь ценное?
Взгляни, сынок. До встречи. Banyak seorang saya bunuh ni. Itu pula di sini sejak. Itu lagi yang sini. In that building right there. Oh my god. Another one of these type of buildings. Похоже, я переутомился. Куклы ведь не разговаривают, кажется. Ты совершаешь большую ошибку. Зачем ты пришел? Остерегайся его. Он может причинить тебе непоправимый вред. Ты найдешь здесь только боль. Заткнись! Заткнись! Он идет, Игорь. Он уже рядом. That's everything. So saya guna satu portal dan untuk balik. Jalan tuan.
Эта стратегия вроде работает, Игорь. Похоже, мы можем проникать в зону и выбираться оттуда, не привлекая внимания. Ну как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Все еще хочешь вернуться на электростанцию? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она там. Чувствуешь? Ох, удивляешь ты меня, профессор Хеменюк. Доверять предчувствиям важно. Но без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день, когда погиб Антон. Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все данные, и только после этого мы придумаем новый план. Доказательства, улики, планы, сведения, ресурсы. Нам нужно все, что приблизит тебя к цели, Игорь. Ладно. Что у тебя? Обсудим через минуту. Но сперва я хочу, чтобы ты принял кое-что к сведению. Продолжай. У тебя появились новые обязанности. Ты нанял меня и арендовал этот склад. Так что теперь ты командующий на этой базе. А значит, несешь ответственность за снаряжение, которое здесь хранится. И что важнее, за все пайки. Пора начать мыслить стратегически. Ты возглавляешь военную операцию. Руководство базы и забота о личном составе на тебе. Голодать херово, знаю по себе. Если не обеспечишь личный состав пайками, никто не захочет воевать. Может, даже разбегутся. Кроме того, когда ресурсы ограничены, важно считаться с психологией групп. Выбирать себе любимчиков, награждать горе бойцов и игнорировать тех, кто честно терпит все тяготы военной жизни. Самый верный способ вызвать недовольство личного состава. Какой личный состав? Нас же всего двое. Это пока. Если ты и правда хочешь пробраться на электростанцию, нам понадобятся еще люди. Тебе необходимы сильные и умелые бойцы. И каждому бойцу нужно где-то спать, что-то есть и чем-то стрелять. Знаю, ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Но прояви терпение. Тебе нужен план. Тебе нужно время. Не игнорируй потребности своих соратников. Займись складом. В противном случае ты ничего не добьешься. Ты прав. Мне нужно отнестись к делу серьезно. Именно так. И не забывай. Ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Я помогу. За это ты мне и платишь. Open mission success, mustache. Every day, all commanders will submit a report on their assignment missions. You learn if their mission was. Press F. Do ya? How does this work? Ya faham mana? Cuma gini. Select a ration.
There's only me and Oliver here. Dua orang nggak akan ini. Игорь, пистолет, который я тебе дал, долго путешествовал со мной и уже довольно старый. Предлагаю сделать инструмент для калибровки и улучшить его. Хорошая идея. Я его сделаю, когда будет возможность. Он тебе правда пригодится, Игорь. Betul nih, dong betul-betul biru ikon nanti kan. Kita dong memperdedikasi kan. Ya. Alright. Balikannya orang terlampau happy ini kalau tengok terlampau happy ini orang tidak ikhlas rasa dia punya senyuman dia. Saya tahu lah. Baru lagi
Okay, they are not happy, Balik. Игорь, твой револьвер не помешало бы перебрать. Слушай, может, поучишь меня своим военным хитростям? Вряд ли. В том, что касается навыка выживания или стрельбы, никакие хитрости нет. Но я с радостью обучу тебя основам. Да и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять. Самонина. Алла. Давай в другой раз. Как скажешь, босс. Ина, не ван станнинг. Alright, so... Фатилам, сурнина. Что случилось, Игорь? Карас, вот пенсионерло. Simpan nih.
Eh, siapa nih game? I like this game. Ini bukan macam stalker lah juga, terus yang game satu stalker nama itu Moonshot, tapi dia macam sama macam ini tapi lain sedikit. Что случилось, Игорь? Поменяемся, Оливер? Конечно. Как скажешь. Astaga, mau generator lagi. Горжусь тобой, Игорь. Я горжусь тобой, Игорь. Игорь.
ТВ. Oh ya, power access pula tak kurang. Sampai salah kan. Rebuilding TV lah, oh, masih lagi cukup. Lokasi cantik lah kayak ini. Decorations. Ini patung, doll. Dan banyak lagi nanti lah kan. Oh, bener kan di game gini. Udah kasih cantik. Что случилось, Игорь? Слушай, может поуч... Вряд ли, но я с радостью обучу. Давай в другой раз. Как скажешь, босс. Jalan dulu. Thank you for watching, like, share, and subscribe.